Вот один из самых распространенных слухов, ну, по крайней мере, в нашей журналистской среде, что будущего лидера партии коммунистов Республики Молдова зовут, угадайте, как? Василий Афанасьевич Карток. Да или нет? Ну, время покажет, значит, но я хочу сказать, что об этом не было разговоров. Значит, я такие вещи не рассматривал. Я не являюсь, значит, апологетом или там сторонником современных коммунистических доктрин. Так. Поэтому, я думаю, вероятность этого крайне низка. Крайне низка.